Маленький Париж, южная столица, как только не называют Краснодар. За последние несколько лет город сильно изменился. Это отмечают гости. Фонтаны, парки, скверы и бульвары. С каждым годом столица Кубани растет и развивается. Краснодар уже давно обосновался на первых местах в многочисленных рейтингах. Он входит в пятерку лучших городов по качеству жизни. Его называют самым благоустроенным. Здесь удобно вести бизнес. Но главную оценку все же дают те, для кого все это делается – жители. Спустя 5 лет назад, если считать, была деревня. Сейчас, конечно, город очень преобразился. Преобразился в сторону чистоты. Настолько чистый город. Дороги стали в центре делать хорошие. Но надо, чтобы вот там дальше делали дороги. Конечно, бы побольше бы уделяли внимание на строительство школ, детских садов, потому что я работник этой сферы. Вот. Ну и спортивного, что-то вот побольше, конечно, спортивных комплексов. Проблем, как и в любом мегаполисе, достаточно. Недоработок много в благоустройстве, работе ЖКХ, социальной сфере, градостроительной политике. Вопросы, связанные с развитием города, сегодня Кондратьев обсудил с бывшим вице-мэром Краснодара, а сегодня руководителем одного из департаментов Минстроя России Евгением Первышовым. Я долго анализировал и думал, кто может дальше повести муниципальное образование Краснодар. И пришел к выводу, что это должен быть местный человек. Местный, который знает, как я сказал, проблемы города, который работал в городе, который понимает, что нужно сделать для того, чтобы город, не потеряв существующий потенциал, стал еще сильнее. Чтобы проблемы, о которых сегодня говорят горожане, все-таки слышались властью, слышались мэром. Среди первоочередных задач – вопросы застройки. В новых микрорайонах зачастую нет социальной инфраструктуры. Для детских садов и школ просто нет места, потому что в проекте их не учли. В течение года власти края вели большую работу и следили за тем, чтобы застройщики обеспечивали покупателей не только квадратными метрами, но и всем необходимым для нормальной жизни. Все эти вопросы предстоит решать новому руководителю кубанской столицы. Краснодар должен искать свои точки роста. Он должен, так же, как и все муниципальные образования края, научиться зарабатывать. Речь идет об улучшении жизни жителей города, о комфорте. Те, кто живет на окраине Краснодара, хотя бы чуть-чуть, чтобы не было так же, как в центре. Это очень важно. Эти все задачи стоят перед мэром, который сегодня и должен стать в первую очередь менеджером. Менеджером, который сможет запустить такие экономические процессы, которые смогут увеличить в первую очередь поступление в городской бюджет. Сделать Краснодар более-менее единым по комфорту проживания. Для собеседника губернатора эти вопросы хорошо знакомы, поэтому именно Евгению Первышову Вениамин Кондратьев предлагает стать кандидатом на конкурсную должность главы Краснодара. Учитывая ваш опыт работы и в округе Краснодара, и в городской думе Краснодара, в администрации Краснодара, вашу активную жизненную позицию, молодость, энергию, я считаю, что вы очень много сможете сделать для Краснодара и краснодарцев. И, конечно, здесь очень важно верить в себя, верить в этот город, верить в жителей, которые, на самом деле, тоже очень хотят, поверьте мне, очень хотят сделать свой город еще более краше, еще более процветающий, экономически сильнее. Я предлагаю вам выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Краснодара и смело идти вперед. И реализовать все то, о чем мы сейчас с вами говорили. Я желаю вам удачи. Спасибо большое за такое, я бы сказал, даже не предложение, а ответственное поручение. Я постараюсь применить весь свой опыт, все свои умения и возможности на благо нашего города Краснодара. Нового городоначальника выберут на заседании городской думы в декабре. В октябре была сформирована комиссия, в которую вошли представители городской и краевой администрации. Они выберут несколько претендентов. Со своей программы каждый выступит перед депутатами, которые примут решение. Елена Касабова, Александр Иванченко, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань 24, Краснодар.